Всем привет! Что мы будем сегодня смотреть? Мы будем смотреть сегодня кастинг. Ты был когда-нибудь на кастинге? Я был на кастинге. На каком? ТВ5, ведущий про Криминал Информа. Ты ходил на кастинг? Да. Ты ведущим хотел быть? Криминал Информа. Тебя взяли? Видимо, не взяли, да? Я ходил на кастинг взрослых и молодых 3 года назад. Да, его не взял. Этот пидор меня не взял, блядь. А потому что он хреново. Вау, какое интересное видео, блядь, мы сейчас показали какую-то хуйню, и ты сказал потом, мы вам позвоним. Мы вам позвоним, а я вот телефона не знал просто. Номер ты взял. Фейк-радар. Короче, мы сегодня смотрим кастинг «Серебро». Да, что ты говоришь, многие уже это посмотрели. Никто этого не смотрел, пока это не посмотрели я. Я. Это так, для фона тут сидит. Я вырежу это. Не вижу себе конкуренток. Пока что. Это, ну, она Серябкина. Не Серябкина вообще, Дженнифер Лопес это максимум, все. Это не Серябкина, Дженнифер Лопес максимум, то есть как бы Серябкина выше Дженнифер Лопес. Серябкина, у меня есть фотка, вот она. Серябкина это моя будущая жена, я ее люблю. Наивный, разрезать ее будет. Блин, такие бабы, ну, все одинаковые. Есть такой сорт женщин, я их называю девчонки из кальянки. Вот эти прямые волосы, до жопы в основном. И вот лица такие, вот недавно был такой мем, жена Мота, жена Тимати, да. Жена Крида, там Крида или кого-то, или Джигана. И вот они вот, ну, у них все лица вот эти, вот эта девчонка с кальянки. Ну это красиво. Кастинг, кастинг, что такое кастинг? Выбрать. А тут 10 копипаст пришли, что тут выбирать? Там одна будет сказать. Я не говорю красиво, некрасиво, я говорю, зачем, ну почему одинаковые? То есть вот я сейчас смотрю, кальянка, полная кальянка сейчас. Девчонки, привет, привет, привет. Как у вас настроение? Давайте. О, Гусейн, этот мой любимый чел. Кто-то просто сказал то, что я слышала голос Гусейна. Я как бы не поверила, и потом уже увидела, что он пришел в белом костюмчике. Да, до этого я не знала, что у нас Гусейн будет ведущим. Так и не, почему? Вот он зашел в комнату, они же не знали. Ну фак. Ну где-то он в гримерке с ними уже там ходил, короче. Я думаю, мы знаем, как снимается. Да нет, это так. Где-то я тебя видел, слушай. Нет, нет, на видео. Мне показалось. Да, да? Ты не снималась у меня в роликах? Не там, не там, нет. Вот, это должна тебе была. Это не да. Это я говорю да. Позвони мне. Девочки, всем привет. К сожалению, я не могу сегодня с вами присутствовать, но... Мне нравится Жека Фадеев. Очень актуальный чувак. Прошлым летом у него в Инстаграме был пост. Он где-то там в Майами отдыхает. И дизайнера панду слушает. Прошлым летом. И знаешь, он такой... Ребята, это дизайнер панда, сейчас очень рекомендую. Что, серьезно? Да, серьезно. Вообще, как тебе Фадеев? Ну, прикольно. Не, он нормальный чувак. Опять же, я все это говорю без дизреспекта. Да, да, поясняй, поясняй. С юморком. Да, там же начнется, что ты имеешь против? Да ничего не имею против. Зайди, посиди, положи свою шпагу, я тебе все поясню. Но, подождите, я теперь хочу сказать. Вот меня почему-то напрягают люди, Фадеев, Моргенштерн, они, знаешь, они все вот так говорят. Да, я пришел туда, они вот таким голосом, вот таким навязчиво спокойным, навязчиво спокойным. Понимаешь, о чем я говорю, да? Вот ты говор у тебя сейчас громкий, у меня говор громкий, они вот всегда вот так говорят. Почему? Ублюдки, я вас не брошу. Кстати, знал, он не удалил свой канал? Он не удалил? Моргенштерн не удалит канал! Кто-то будет уезжать домой, а кто-то продолжит борьбу за свою мечту. Борьба за свою мечту. Вот тебе место в группе «Серебро». Мечтай о чем-нибудь высоком. Ну, поехали! Я скажу так, «Серебро» без Темниковой мне уже не интересно. Блядь, чувак из 2003-го, блядь. Тогда посмотри, сколько мне лет, мне 72. Гусейн повел нас к огромной машине. Бля, вот она выиграла. Не попадет, блядь. Точно не попадет. Она выиграла, блядь. Серьезно? Она в «Серебро». What? Она в «Серебро». Почему? Ну, с одной стороны, ход гения от Фадеева. Ну, она, ну, как бы нет. Ну, либо он по пьяни взял ее. Либо по синьке строго, либо она что-то умеет делать хорошо. Что-то, скорее всего, сексуальный подтекст был в этой шутке. Собирает лего быстро с закрытыми глазами. Грузите, сейчас я вам все объясню, расскажу. Все держится на том, вот это ничего или вот это ничего. Я вообще, когда я стану президентом, я запрещу певицам сексуальность эксплуатировать свою. Если ты певица, вот как Сия, прячешь лицо полностью в одежде, пой, давай слушать, как ты умеешь петь. Я вам гарантирую, вот эти все огромные просмотры у Арианны Гранде, у Карди Би, да, из-за 14-летних девочек в том числе, но куча парней, которые дрочат на них и набивают им просмотры. Я также Дженнифер Лопес смотрел, когда был мелкий. Вы что, думаете, мне ее треки нравились? У нее охрененная жопа и клевые ноги. Карди Би, вот это жопа. Да, ребята, так холодно, так холодно. И вот здесь то же самое, мы смотрим кастинг на музыкальную группу, Но все такое, внешность. Еще вообще про пение ничего не было. Звонят девчонки из Серебра. Так, привет, привет. Гусейн, привет! Мне кажется, это фейковый разговор, кстати. О, девчонки, вы такие классные! Привет. Как тебе Кищук? Никак вообще. Девчонки, у вас все обязательно получится. Так, давайте соберем. Нет, ни у кого ничего не получится. Максимум у трех. Все. И помните, что серебро дороже золота. Серебро дороже золота. Так золото же дороже серебра, если на рынке посмотреть. Ну, женщина, ну что ты... Если бы нужно было есть тараканов, вы бы поели? Ради того, чтобы попасть в группу «Серебро», вы бы ели тараканов? Одного. Гусейн говорил нам, что мы тараканов. Что такого у вас есть таракана? Да и связь какая вообще. Тоже какая-то уже зафоршенная фигня, что тараканов есть противно. Ну... Это та же курица, только таракан. Гусейн говорил нам, что мы будем на испытании кушать тараканов. Вот, я сказал, что я не буду. Что-то есть. 18 лет! Всем, там всем 18 лет. Я сейчас смотрел, у всех было 18. Не всем, ну пока что. Пока что мы видели, было все 18. То есть это какого-то 2001 года рождения, 2000-го? Не в теме были все те, кто сидели в конце лимузина. Что это они слушают? Песня «Серебро» поет. Да? Там нихуя прям говорит? Конфит с хлебом. Плохие девчонки. Да, это прикольно. Эту я забил, короче. Пацаны, эту я забил с короткой притчей. Как ее зовут? Не знаю, Настя, допустим. Купи себе дом, купи своей маме дом. Потрать эти бабки без причины. Как тебя зовут, детка? Репетирую, что я буду говорить, когда встретимся. Я была просто как восторженный ребенок, который в чем-то новом и неизведанном вот-вот поучаствует. Нормально. Она младше меня на 34 года. Ну, с ней мне нужно будет... Надо выдрачивать шутку, да, какую-то? Да, блядь, так тупо ютубером быть, на самом деле. Не можешь нормально базарить. Да, да, абсолютно. Вот представляю, как Юлик, блядь, он так у меня такого жалко. Респект, Юлик. Респект. Но настолько уставший, вот, типа, надо выдрачивать. Он максимально отстрелялся. Сидишь такой, так, блядь, надо сейчас что-то говорить, потом такой, отстрелялся. Сейчас школьники набегут, что-то я не стираю. Респект Юлику. Я просто понимаю его усталость. Такой ликер, когда не смог пошутить. Полчаса философии, блядь. Бля, вам это ничего не напоминает? Рэп должен платить. Я хочу, чтобы каждый из вас задала себе вопрос. Насколько далеко она готова зайти? Зачем заходить? Насколько далеко ты готова зайти? Петь вообще тут будут? Вот, проверять их голос. Где-то пели, по-моему. Пятой серии. Подожди, пятой серии, когда уже убрали там 5 баб. А может они пели? Может они пели, офигеть. А кому сейчас это надо? Короче, да, никому не надо. Автотюн. Поэтому, когда я буду президентом, запрещу сексуальных баб. Для меня это было неожиданно, конечно, все вот эти конкурсы. Ну, а мне это нравится. В смысле для тебя это было неожиданно? Ты знала, куда ты идешь? Я хочу, чтобы вы устроили для меня настоящее дефиле. Какого хрена? Так, Оксана, надеюсь, ты не устроила ему это. Иначе у меня с ней будет серьезный разговор. Вот Серябкина. Как Серябкина, да. Да. Не, ну вот здесь она не Серябкина, здесь не Серябкина. А вот когда вот с такой притчей и с макияжем очень похоже. Ее не взяли? Так это и хорошо. Зачем брать похожую девчонку? В чем прикол тогда? Зачем Серябкину убирать тогда? Это вот типичный школьник, надо взять похожее. Ему лишь бы засрать. Да. Ну... Почти. Чувство юмора у тебя есть, да? Что это? Он шутит. А ты шутит? Да. Женя Поликарпова, мне 27 лет. Я из Выборга. А Фадеев охуел, когда я видел, сказал, ты же Темникова. Похоже. Вот такая Темникова, которая алкоголизмом страдает. Да, Темникова-курильщика типа. Да. Вот такие не должны попадать в группу, вот, которые похожи на предыдущий состав. Нету прикола никакого. Ну что-то мне подсказывает, вот мне что-то подсказывает, что если бы ей сказали, Фадеев ей сказал, в комнату я один завел, такой, ну ты понимаешь, как все работает, ну вот давай, типа пошли на диван. Она пошла на диван, переспала бы с ним. Ну, по чуйке, да. Я хочу безумно выиграть этот проект, поэтому да, все что угодно, если нужно там... Поэтому все что угодно, если нужно... Все что угодно, Фадеева... выиграть проект. Послушай дизайнера панду, я послушаю обязательно. Представляешь, что ты сейчас выступаешь в олимпийском. Это мы еще видим нарезку, просто, опять же, основываясь на своем опыте, да, я знаю, как это все снимается, ну, вот насколько это кринжово. Так, теперь следующая, тишина вот эта, там что-то шуршит наушник у кого-то, и она идет вот с каблуками, что-то стучит, и вот так, нагнись, повернись, ну, все, что не попало. А ты не считаешь, что это унижает женщину, вот это вот? Гусейн говорит нагнись, она нагинается, как ты к этому относишься? Об этом я хотел поговорить в самом конце. Хорошо, мы поговорим в самом конце. Но не забудь просто про это. Я здесь, да. Смотри на меня здесь. Вот у Гусейна эго, смотри на меня здесь. Скорее всего, много подписчиков в Инстаграме, блядь. Это, вы видели танец Крида с Игорем Крутым? Тропи зовет меня Игорь. Игорь Крутой, как Игорь Крутой. Хотел сделать вирусный танец, блядь. 100 баллов. И 100 баллов там математически было. Математически сидел так, вирусный танец, между вирусный танец. Какое может быть простое движение? Вот что-то начинал там придумывать, блядь, сука. Не видел нигде, чтобы кто-то так танцевал, вообще не зашло. Ну это ж кривое зеркало, бля. Представь, чтобы мы так танцевали. Петросян бы так мог сделать. Бля! И в следующий раз идем, когда мы отрываться, мы же так часто это делаем. Вот так танцуем. Шатаут, Егор Крид. Black Star. Шараут. Кочерова Марианна, мне 22 года, я из Санкт-Петербурга. Что-то где-то? Или я на красную помаду повелся? Красная помада, что я сейчас погибну, похоже. Это так работает? Ну да-да-да. Ну типа половые губы у самок красные. И когда самка красит эти губы, то есть как бы подсознательно это как бы половые губы для тебя. Уж знаешь, что у обезьян жопы красные. Сними эту рубашку, выкинь ее. Да. Я готова отдаваться работе полностью. Отдаваться. И Фадеева тоже. Холодно, дай огоньку. Да, огоньку. Имеется в виду, что ты там жопы потряси, разденься. Да, не стих прочитать или не спеть. Поехали. Можешь медленно расстегивать рубашку. Ну, допустим, у тебя девушка вот хочет в серебро. Голой жопой на мороз сразу. Лет в 5 я ехала в маршрутке с бабушкой и пела «Валенки». Валенки, вот это вот. И бабушка говорит родителям, типа, смотрите, ребенок вообще четкий. Меня отдали в одну музыкальную школу на фортепианную игру, потом во вторую музыкальную школу на... Бабушка не так это представляла. Развитие вот это. Сначала ты пела «Валенки», а теперь в юбке перед Гусейном крутишься. Бабушка чуть-чуть не так представляла твою музыкальную карьеру. Салют бабушке. Молодец. В своем... Зачем они несут, идут туда? Ну, это героический вопрос. Ну, нет. Потому что они хотят такой тупости, типа славы и там каких-то денег, все. Ну, в большем весы перевешивают слава. В своем городе меня как лучшую вокалистку позиционируют. Вот у нее есть парень, например, который понимает твои мысли. Да. Но он ее любит. Да. Вот как с ней диалог вести? Тяжело ему будет. Да? Братуха, подъезжай. Посидим, вмажем. У меня нет, уже, я не знаю, больше года пятницы и субботы свободны. У меня уже больше года нету пятницы, суббот свободны. У меня со школы суббот вообще свободных не было. Лет 15, наверное. Бухаешь? Я бы привнесла в группу «Серебро» свой тембр, свой вокал. Только вокала мы ни разу еще не слышали ни у кого. Вокал. Я напоминаю, мы смотрим сейчас кастинг, музыкальную группу, где поют. У вас есть 10 минут, чтобы смыть все, снять все украшения. Окей, я подумала, ну, черт возьми, ладно, я это сделаю. Накладные ресницы. Что? Ужасно. Как ты считаешь? Полное говно. Если спереди смотреть на бабу с накладными ресницами, ну ладно, не придашь этому значения. Сбоку ты смотришь, вот это вот что-то нарощенная херня. Почему вы это делаете, объясните? Почему? Ой, это может список бесконечно. Ну, первое, что они тебе скажут, мы делаем это для себя. Для себя! Для себя! Смотрим дальше. Да, вот меня им надо взять купальники, которые им дали, да, что? У вас 10 минут! А лифчик есть? А где лифчик? Кто не успеет, тот выпадает. Офигеть, кто не успеет взять купальник, тот выпадает. Кастинг, напомню, в музыкальную группу, где нужно петь. Ты не попал в эту группу, например, с охеренным вокалом, только потому что ты последний купальник не успел. Да мало ли ты стормозил, задумался о чем-то. Да, ну, блядь, ну, кастинг музыкальный. Меня вы думаете о зеркале? Одной рукой смываешь макияж, второй рукой там уже что-то на себя надеваешь, снимаешь. Ну, они на все готовы, они как просто вот как... А, я думаю, что если бы Гусейн сказал, так, сейчас надо отсосать, кто там не успеет, тот выпадает, кто отсосет первый, тот точно выпадет. Была бы очередь и побежали бы. Кто-то бы попал, короче. Времени все меньше и меньше. Как бы это очень привычная ситуация, если тебя попросят там на сцене даже переодеться, как бы, что я такая, типа... Ну, на самом деле она... Ну, да. На самом деле, да, они в гримерке все время так переодеваются. Ну, как бы там 10 камер и Гусейн. Ну да, ну, примерно, да. Попа. Посмотрите, что Серябкина делает на сцене, я вот сейчас покажу. сразу поняла, что я не буду раздеваться. Вот. Пожалуйста, как она аргументирует? Я как бы не ханжа в этом плане. Нет, ни в коем случае. Я там не думаю, что девочки, которые разделись там и ходили, позировали, что они там какие-то там... Это мой выбор, я имею право на него. Но это странно, но это очень странно. Но она не хочет. Зачем ты пошла на кастинг Серебра? А почему ты думаешь, что все думают, как ты, что думаешь, что там такой будет на кастинге? Потому что она думает, что надо спеть. О, бля. Ладно, уже походу теперь, сейчас надо говорить, я уже не могу терпеть. Короче, вообще главный вывод из этой всей херни в целом. Не знаю, куда ты вставишь, но в целом. Вот многие говорят, что вот съемочная бригада, Гусейн и все остальные плохие, заставляют девочек переодеваться, унижаться и все такое. Согласен, но не до конца согласен. Эти девчонки... Они знали, куда они идут. Давайте посмотрим клипы Серебра. Ну. И тихонечко в такт мне на ушко напой. Это тихая дрожь, но я же не одна. Посмотрели, да? То есть это группа, которая именно сексуальностью своей берет. В первую очередь. Поэтому, когда этих девчонок заставляют переодеваться и все такое, они начинают... Ох, я не пойду туда переодеваться в купальник. Ты вообще до того, как сюда прийти, видела клипы группы Серебро? Ну почему сейчас тебя это останавливает? Так что я не могу ее понять. Ну, я могу понять такое, что она просто до конца не додумывала вот это все. Она видела кастинг на Серебро. Вот она со своим мышлением пошла. Ну и так, все. Ну и все, так да и тут и не жалко ее так, тогда. Да, а никто ее не жалеет. Ну, я просто и респекта ей тоже нету за то, что она не пошла вдруг переодеваться. Ну, она как бы не переспела через себя. И этих девчонок я тоже не могу как-то унизить из-за того, что они пошли и согласились все раздеться. Изначально пошли на кастинг группы Серебро, где все клипы в трусах. Все нормально. Тут как раз таки должна победить та, которая до конца разденется. Вокал тут не важен, действительно. Это вот то, что как бы, к чему я вообще все это вел. Поэтому те, кто говорит, что вот это плохая передача, а девчонки здесь хорошие. Нет, тут все друг друга как бы достойны. Челы ищут таких девчонок, такие девчонки и приходят. Все, сейф. Не колебалась, я не думала. Я точно знала, что я не буду этого делать. Я точно знала, что я не буду этого делать. Ну да, не, я тебя понимаю. Нашла на кастинг группы Серебро. Ну, те девчонки, которые поют в трусах. Ну, ты и тебе говорят, разденься до трусов. Она вот эмоции сработала, подала заявку. Вот она и проиграла. Ну да, ну все. Я жду вас. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Блин, я в твою Оксану влюбился, кажется. Смотри отсюда. Ну я говорю, вот он вот так вот влюбляется через 3 минуты. Просто не готова. Ты понимала, куда ты идешь? Я не готова. О, подожди, Гусейн, по-моему, сейчас прикольно говорит. Ты же просто понимала, куда ты идешь, ты понимала, что... Я знаю. Ты видела концерты девочек? Ты видела иногда, какие на них наряды? Да, реально прикольно, говорит, ты понимала, куда ты идешь? Ну, да. Просто, да, единственное, что я хочу сказать, странно, что вот она такая, я не готова раздеваться. Ну, странно, ну, да. Просто странно. Неплохо, не странно. Прикольно, вот здесь я Гусейну как бы отдаю салют за то, что он это сказал. Я к тому, что вот это переспать с продюсером нужно воспринимать как часть бизнеса. Ну не готов, не иди просто туда. Ну да. Может быть, что этого и не состоится вообще, но если такое предложение будет, не надо браться за голову. И вот тоже, я на самом деле уже думал об этом, в 2К19 спать с бабой за то, что она попадет куда-то. Не надо этого делать, вообще, просто да, бери ее. Продюсеры дико тупые на самом деле. Столько мне потом денег вкладывать только из-за того, что ты там... Да, ну, да. Странно. Это тупо. Это лучше тупо. За деньги иди там кого-нибудь... Да и условно, даже до Фадеев, Гусейн, да кого угодно могут. Ну типа да. Да, это странно. Да. Может, кстати, этого поэтому и нет, может быть. Это, может, у нас уже такое с 2007-го что-то, знаешь, типа спать с продюсером. Да, может и нет. То, что ты со мной спал, типа, чтобы попасть на канал. А типа так-то уже нет, уже без... Подожди, двое трусов? Это, походу, новая херня. Ладно, у нее 2 трусов. Или это такие трусы? Да, 2 труса. Она, типа, на свои надела вот эти вот. А, чтобы не снимать перед камерой. Респект, Оксана. Салют. Она вот это моя девочка. Что с этого очень? Она хитрая. То есть... Она осталась в шоу, я же одела, но при этом жопу не показала лишним мужикам. Бля, Оксана! Я сразу Оксану приметил. Объясни мне, татуха у женщины вот такая вот здесь. Да, что объяснить надо? Означает, что она занимается проституцией? Да нет, ничего, кстати, вообще, я тебя открою сейчас тайну, ничего не означает, что женщина занимается проституцией, кроме занятия проституцией. Вся страна через несколько дней узнает новую группу «Серебро». Вы будете гастролировать, у вас будет куча фанатов, вы будете зарабатывать кучу денег, но... Жалко, что он не договорил до конца, типа, у вас будет куча фанатов, вы будете зарабатывать кучу денег, но вас не сделают это счастливым. Ну, это же женщина, это может, уставшая МП3. Ну, Амиран знает, о чем я. Давайте так, после сегодняшнего дня вы подумайте еще раз, на что вы готовы. Надеюсь, что... И при этом мы так и не узнали, кто как поет. То есть мы сами как гибоны, мне даже стыдно за себя, что мы типа смотрели их, оценивали просто внешне. Ну, нам только и показывали внешне, что показывали, то оценивали. Показали бы, как они там готовят или поют. Какое-то серии было. Будьте честны в своем выборе, смотрите глубже. Глубже. А что там по просмотрам? Накручено, как обычно? Будто крутка. Ну, похоже. Ничего не утверждаю, похоже, ну, то, что с просмотра не настоящее. А тут как бы все друг друга достойны. Чуваки, создатели этого шоу, делают шоу с раздеваниями, потому что ну, народ это любит. Не надо сейчас, да, ты сейчас скажешь, я такое не смотрю. Конечно, не смотришь, и я не смотрю, но это ничего не значит. Большинство смотрит. Это окей. Создатели я могу понять, почему они такое снимают. Девчонок, вот те, которые говорят, там, я не буду раздеваться или что-то, тоже так, ну, странно, потому что ты идешь в группу Серебро, ты, скорее всего, видела клипы, ты видела их выступления, ты понимаешь, что они сексуальность эксплуатируют на максимум. Вокальные данные там особо не важны. Поэтому тут все сошлись. И тех челов в интернете, которые говорят, что вот эти девчонки раздеваются, или даже не так, вот эти создатели урода заставляют девчонок там раздеваться, девчонки сами пришли, их туда никто насильно не таскал, и они, ну, должны были понять, куда они идут, зная группу Серебро. Да, но в итоге там особо никто не возмущался. Я знаю, что во втором выпуске возмущалась Оксана, как раз таки твоя, когда ее заставили петь. В общем, мне показалось весьма странным то обстоятельство, что еще условно вчера мы с каким-нибудь Амираном виделись на какой-нибудь неформальной тусовке, а сейчас он уже сидит со мной рядом на позицию выше и дает мне какие-то задания. Я должна перед ним плясать кадрили или что-то исполнять. Она сказала, я не буду петь для Амирана, я с ним еще неделю назад тусила в клубе, а сейчас он мне говорит, что я с ним спела. Но странно, что она с ним тусила неделю назад в клубе, как бы. С таким человеком. Да. Не с Вадимом почему-то. Потому что я в Риге живу, наверное. Да, именно поэтому да. А еще такого, если ты тусишь в клубе, то не запеть? Или если мы уже были в клубе, то уже такой типа, свой чувак. Он приказывает, типа, он приказывает. И да, свой чувак вот. Не может приказывать. Ну, дико символично, что раздеться она согласилась, а петь музыкальная группа согласилась. Серебро это очень нет, это очень хорошо подходит. Петь не надо, главное раздеться. Ну, важно, кто ей это говорит, понимаешь? Важен вестник, который говорит ей это сделать. Амиран брат, но он немножко устал. Эти бабки, все, от этого кружится голова, и это уже на все так. Ага, а доступные женщины, ну да, а деньги, ну да. Да, от этого устаешь. Конечно, счастья нету. Женщина ему хорошая нужна. Ладно. Так, самое важное вообще во всем этом видео. У меня на канале просто обзор на такое криповое шоу. Я охуел с него. Просто вот, посмотрите, как даже самые откровенные фото готовы. Что за фигня вообще? Подписывайтесь на мой инсту, пишите мне, что угодно. Не забудьте ко мне еще в телеграм-канал зайти, я сейчас там разыгрываю PlayStation 4 Pro. Это реально. Либо 30 тысяч рублей, ссылка в описании.